В последний день декады инвалидов они устроили проверку. В рамках программы «Культурный город» активисты добровольческого центра «Волонтер» вышли в своеобразный рейд. Ребята осмотрели городские парковки с намерением узнать, кто из водителей занимает места, предназначенные для инвалидов. Не обошли вниманием и тех, кто припарковался по правилам. Такие автолюбители получали зеленые листовки с благодарностью, а вот нарушителей ждала красная метка. Которые оставляют в положенных местах свою машину, благодарим их за это. А которые не в положенных местах, где надо инвалидами оставлять их коляски, мы наоборот оставляем листовки, которые говорят о том, что нельзя этого делать. О том, чтобы они больше так не поступали.